69 дорог отремонтировано в Щелковском районе. О результатах работ глава муниципалитета сообщил на еженедельном оперативном совещании. Заменено более 2000 квадратных метров асфальта. По планам этого года осталось провести ремонт 4 участков трасс поселения Загорянский. Работа таким темпами достижения муниципалитета. Необходимо по итогам года достичь всех результатов исполнения всех программ, коллеги, без исключения. Активно продолжается подготовка к отопительному сезону. Из 1298 многоквартирных домов к запуску тепла готовы 1214. Отремонтировано и заменено более 2,5 километров теплотрасс. Почти завершена пуска-наладка котельных. Котельные 57 полностью готовы, паспорта готовности подписаны. 2 котельные, 1 стройбетон и 2 юнармеец. Мы сейчас их начали готовить. Нам разрешил Юрий Николаевич юнармеец только 3 сентября отключить. Мы ее оперативно подготовим. Заместитель главы районной администрации по вопросам ЖКХ также рассказала о промежуточных итогах реализации программы по раздельному сбору мусора. В соответствии с плановыми показателями у нас должно быть к концу года оборудовано 83 площадки раздельного сбора мусора, но в результате эффективной работы, совместной работы ГОК экологии и отдела благоустройства у нас на сегодняшний день оборудовано 100 контейнерных площадок. Также обсудили борьбу с несанкционированными свалками на территории района, в том числе проблему использования контейнеров для ТБО не по назначению, особенно в частном секторе. Многие жители предпочитают не утруждать себя вывозом крупногабаритного мусора. Индивидуальный договор заключать, индивидуальный бункер вызывать к себе, чтобы этот в индивидуальный бункер сложить и за дополнительную плату все это вывозится и утилизируется. Но этого пока нет в культуре у нас у людей. Участились обращения жителей на горячую линию в связи с агрессивным поведением животных. 440 бездомных собак было отловлено в течение этого года на территории района. Животных стерилизуют и присваивают идентификационный номер. Глава района призвал оперативно реагировать на обращения, от которых зависит безопасность жителей. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».